Kadirli jurnalistler, kadirli hamkasblar, hozirgina O'zbekiston Kubogi musobaqasining 2-chi turidan o'rin olgan Turon Shortan uchrashuv yakuniga yetdi. Biz bilan matbuot anjumanining 2-chi qismida Turon futbol klubi bosh murabbiyi Denis Bushuyev ishtirok etyaptilar. Denis Dmitriyevich, поздравляю первый победа. Ваш комментарий сегодняшний матч. Спасибо за поздравления. Благодарен еще ребятам, что смогли забить ему столько много мячей. Я думаю, что игра показала, что мы на верном пути. Есть, конечно, над чем можно работать, но я считаю, что победа была закономерная. В первом тайме сыграли очень хорошую. Провели очень хороший отрезок, да, забили 4 мяча, да, в конце там пропустили. С чем это связано, будем разбираться. Во втором тайме то же самое. Вначале у нас были достаточно много моментов, реализуя их, и не было такой нервной концовки. Но еще раз всех поздравляю с победой. Клуб, всех, кто находится в клубе рядом с нами. Это очень важная победа в плане психологии. Да, у нас скоро игра чемпионата, и будем стараться управлять как можно быстрее ситуацию в турнирной таблице. Спасибо вам. Вопросы есть? Bugungi o'yinda qilingan o'zgarishlar qaysidir ma'noda o'zini oqlamaganday bo'ldi. Masalan, Bilolxon Toshmirzayevlar alishtirilgandan keyin u jamoani o'yinda pasayish yuzaga keldi. Shuni nima bilan izohlashadi? Zamin Bilolxon Toshmirzayev или другой футболист и расслабляется или. Ну я не думаю, что футболисты расслабились. Toshmirzayeva заменили, так как он получил небольшое повреждение. В принципе, планировали в первом тайме, да, еще сделать несколько замен. Да, к сожалению, там не получилось играть так, как в первом тайме, да, но все равно у нас достаточно много футболистов, качественных футболистов, да, всем хочется дать шанс проявить себя, поэтому здесь говорить, кто хорошо, кто плохо сыграл, я не буду, да, все вышли, старались, да, где-то что-то получалось, что-то не получалось, но это мы уже разберемся между собой. Поэтому еще всех с победой, ребят, всех, кто окружает клуб, я думаю, что у нас все еще впереди. Следующий вопрос. Кумай Муртазой, почему не играл сегодня? Ну, у нас есть достаточно очень много нападающих, как я уже сказал, что каждый получает свой шанс. Муртазой провел 4 дня назад игру, да, 60 минут, поэтому дали ему где-то отдохнуть. У нас уже в субботу следующая игра, поэтому сейчас для нас самое главное восстановить силы, посмотреть, кто в каком состоянии уже готовится именно к игре, которая будет, я думаю, не менее, может быть, так захватывающе, да, и не менее результативно. Ахмад, саволлар, саволлар,